Национальная идея России – это собор. Вот это слово скоро заменит все остальные идеологические постулаты. Собор – это и есть собирание всех под одну цель. И другого выхода у России, собственно, и нету. Не, вы знаете, вот есть церковь, есть государство, есть люди. А нужно сделать так, чтобы церковь была и государством, и людьми, и всеми живущими в ней личностями. И каждый должен быть в ней не просто там изгоем или главным. Все люди от рождения своего равны. И это технологически сейчас стало возможным. Собор, русский Вселенский собор. Это так называется новая национальная идея. И она неизбежна. Все равно рано или поздно к этому все придут.